Говорят, под Новый год случаются чудеса и исполняются желания. Благодаря ежегодной акции «Елка желаний» дети из многодетных и малообеспеченных семей получают подарки, о которых давно мечтали. И, конечно, это всегда возможность под Новый год, когда что-то такие праздничные дни, Новый год, Рождество, когда все встречаются с семьями, это самый теплый домашний праздник у нашего народа. И, конечно, всегда есть те, кому хочется оказать особое внимание, помощь, поддержку. В этом году подарки получат дети из 30 одинцовских семей. Такая акция давно стала доброй традицией. Наверное, даже трудно сказать, что это акция. Мы уже не первый год участвуем. И для нас это только радость. Потому что я думаю, что любой ребенок ждет чуда, какого-то несбыточной мечты. И вот сегодня мы с нашим депутатским корпусом, нашей фракцией, сняли вот эти замечательные открытки, увидели вот эти пожелания, обязательно их исполним. Если каждый из нас сделает хоть одно доброе дело, мир обязательно станет лучше, уверена Лариса Лазутина. При поддержке администрации акция охватывает всю территорию Одинцовского округа. Полина Бахова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».